И начнем мы с заявления Кенсингтонского дворца, которое появилось только что. И написала это заявление принцесса Уэльская Кэтрин. И вот что говорится. Кейт в заявлении, опубликованном в социальных сетях, в сторис и в официальном аккаунте, запрещенном у нас, сказала: «Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с монтажом. Я хотела бы выразить свои извинения за любое вмешательство и замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие День Матери хорошо его провели». Это слова принцессы Уэльской, официальный аккаунт. Вот что произошло. И учитывая, что Кенсингтонский дворец не стал отмалчиваться, а это заявление появилось только что, я уже отсняла предыдущую часть ролика, но уверена, что вам будет интересно смотреть наше расследование, мы понимаем, что она просто женщина, которая пыталась улучшить снимок.